Внимание общественности привлек еще один советник президента Майя Санду. Елена Друц, отвечающая за связи с диаспорой, в прошлом году совершила покупки, превышающие доход ее семьи, указанный в декларации. В то же время портал синтеза.орг опубликовал расследование, указывающее на связь семьи Друц с бывшим министром транспорта Юрием Киринчуком, осужденным за извлечение выгоды из влияния и злоупотребления служебным положением. Согласно декларации о доходах Елены Друца, в прошлом году ее семья заработала более 660 тысяч леев, что эквивалентно чуть более 33 тысячам евро. В то же время советник президента в 2020 году приобрела автомобиль на сумму 36 тысяч евро, что превышает заработок ее семьи за указанный год. Большая часть заработка семьи Друца, 500 тысяч леев, указана в декларации как заработная плата ее мужа Флорина Попова в компании «Кавио СРЛ». Эта фирма, занимающаяся производством и продажей мебели, была упомянута в расследовании журналистов «Райс Молдова», опубликовавших информацию о секретном холдинге бывшего министра транспорта Юрия Киринчука, осужденного за извлечение выгоды из влияния и злоупотребления служебным положением. Бизнес семьи Киринчук также попал под пристальное внимание румынской прокуратуры, пишет синтеза.орг. В 2015 году его жену Тамару Киринчук апелляционная палата ЯС приговорила к 8 месяцам тюремного заключения за контрабанду мебели. Флорин Попов, муж Елены Друцы, находится в родственных связях с Юрием Киринчуком и работает в его компании. Елена Друца не ответила на наш звонок, чтобы прокомментировать ситуацию. При этом советник президента также указала в декларации о доходах и имуществе, что ее семье принадлежит компания, занимающаяся оптовой торговлей стройматериалами и сантехникой. Советник Майи Санду утверждает, что ее муж получает от этой фирмы доход всего в 3000 леев в месяц. Репортеры синтеза.орг выяснили, что юридический адрес этой компании и Кавио СРЛ, изменившая свое название на Евроатлант, совпадает. В декларации о доходах Елены Друца также указана машина, приобретенная в 2015 году. Семья советника президента владеет и люксовой квартирой площадью 124 квадратных метра, загородным участком и четырьмя сельскохозяйственными угодьями.